В дни новогодних каникул во всем Ленинском городском округе проходило немало развлекательных программ для взрослых и детей. Одна из них состоялась в недавно открывшемся торговом центре в микрорайоне «Государев дом». На мероприятии побывал и наш мобильный репортер. Новогодний серпантин – такое название получил праздник, в котором с удовольствием приняли участие и взрослые, и дети. Главной звездой праздника стал клоун. Впрочем, в его арсенале было немало умений. Хочешь – фокус покажет, хочешь – шоу мыльных пузырей. Ну и, естественно, рассмешит искрометной шуткой. В празднике принял участие порядка 50 взрослых и детей. Устроители отмечают, что подобные мероприятия прежде всего помогают подружиться жителям относительно молодого микрорайона.